Хорошо, начнем с нефритового скребка, со лба, как обычно, центральная линия от мышцы гордеца до волосистой части. Прогреваем эту зону и берем слегка латеральнее к мускулу, поднимающий уголок брови, справа, слева, блуждаем. По центральной линии. Все прогрели как следует. Хорошо. Поменяли руку, то же самое. По центральной части. Ага, хорошо. Хорошо. И теперь в основании ровной дуги нашли точки акупунктурные и волнистыми движениями, не волнистыми, а как пружинку рисуете, как будто бусинки рисуете. Мы идем от переносится к началу бровной дуги. И как будто бы, может быть, на щитковом инструменте играете. Вот по этой зоне напряженной. Держим осанку, сидим ровно. Поменяйте руку, чтобы не уставали. Ага. И попробуйте, вот тут сложная моторика достаточно, особенно для левой руки, нарисовать вот такие гирлянды от переносицы до начала бровной дуги. Ага. Создать вибрацию. Создать вибрацию для того, чтобы снять напряжение, которое здесь накоплено. Ага, хорошо. Хорошо, отлично. Теперь двумя скребками височная область. Угу. Сидим ровно, мышцы лица расслаблены. Прогреваем зону висков, клиновидные кости, верхняя скуловая кость, боковая поверхность вся разогревается за счет динамического выскребания лимфы, взаимодействия с кожным покровом и мышечной структурой. Делайте так, чтобы было приятно, глаза закрыты. Растираем, растираем. Да, 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 вот так. Хорошо. А теперь вот такое движение. Поднимаете скребок наверх и вниз стираете. Вот по волосистой части тоже. Да, 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 да. Вот так, вот так. Как будто стягиваете лимфу вниз. Поднимаете скребок наверх и соскальзываете скребком вниз. Хорошо, достаточно, убрали скребки. Подбородок кирёмной выемки. Смотрите, захватили себя за колени, отстранились торсом назад, растянули мышцы между лопатками, которые отвечают за осанку. А теперь грудью себя вперед вытолкнули и удлинили зону декольте, платизму, подъязычную мышцу, мечевидный отросток. Снова бух. Упали назад, мышцы между лопатками растянули, грудь вперед подаем, выталкиваем себя вперед, да, еще 7, грудь вперед, интенсивное вытяжение, 6 и интенсивное вытяжение, продолжаем, 5 и интенсивный выпад, да, 4 и интенсивно, еще 3 и хорошо, еще 2. Замечательно. И последний раз. Один. Хорошо. Снова берем скребки. И теперь по бровной дуге от начала к периферии. Делаем такие растирания по надкоснице бровной дуги. Со мной вместе. Входим опять в состояние измененного сознания. Закрываем глаза. Внимание. Все в себе. Все в бровных дугах. В ощущениях. В тех нервных окончаниях, которые мы сейчас затрагиваем. Да, вот так. Хорошо. Угу. Замечательно. Угу. Еще. Прямо приподнимите теперь верхнее веко и немножечко его погладьте скребочками. Ага. И кожный покров весь пропальпируйте, промассируйте. Ага, хорошо. Отлично, убрали скребки. Угу. Отдых, смена действия. Ушные раковины. Берем себя замочки. Вот такое движение. Я даже пальцами немножко упираясь в боковую поверхность лица, использую как точку опоры. Да-да-да-да-да. Растягиваю и зафиксировала это положение. Ага, 8. Осанку держу, тянусь макушкой наверх. Ушные раковины стимулируют работу почек. Почки – это наша жизненная сила. Почки генерируют энергию ЦИ, жизненная сила. 4, а растягиваю
фиксирую энергию в меридианах. 4, 3, еще, вытягиваю мышечную структуру, 2, 1, переплетаю руки в замок и кладу к затылку. Девочки, движение, локти вперед, грудь выталкиваю. Тоже 10 раз со мной вместе свою диафрагму растяните. И, кстати, Танюша, говоришь, да, что немножко в плечо тянет. Вот как раз упражнение, которое вытягивает мышцы плечевого пояса. Да, еще 5, выталкиваем грудь. Еще 4, молодцы. Фейс-йоги в первую очередь, это осанка. 3, еще 2, молодцы. Последний раз. 1, хорошо. Кладу ладони на колени. И здесь движение, я лбом тянусь, ага, сейчас скажу вам, рука одна назад, и я лбом тянусь к колену. Рука смежная, одноименная, упирается в колено, и здесь я лбом дотягиваюсь к колену. Вот такое движение, я немножко себя туда, да, устремляю, да, лбом к колену. Наша задача вытянуть косые мышцы спины. 8, вниз тяну себя, 7, 6, 5, 4, тянусь лбом к колену, 3, 2, 1, хорошо, сели. Снова захватываю себя замочки ушных раковин, оттягиваю их фалангами пальцев, можно убереться в боковую поверхность лица. Эту статику удерживаю. 8, 7, 6, 5, 4, чтобы горели уши, 3, такой эффект, чтобы горели, 2, 1. Кладу ладонь к колену одноименная и лбом тянусь, соответственно, к правому. 8. Чем ниже, тем лучше. Тем лучше активизируется поясничная зона. Вниз 6. Тянусь, да, 5. Еще 4. Вниз 3. 2. Отлично. 1. Хорошо. Можно поменять крест ног, если есть желание, чтобы не уставали щиколотки. Снова берем скрипки. И теперь работаем одним. Круговая мышца рта. Знаем, что у нас это проекция нашего божественного клитора. Что мы делаем? Мягкие губы и круговым вращением. Угу. Да, активизируем все нервные окончания здесь. Угу. Да, вот так вот. Как будто бы помадой краситесь, только всю круговую мышцу захватываете. Не только саму поверхность слизистой, а прямо всю круговую мышцу, до точки меридиана зачатия, до меридиана властителя. Как раз мы соединяем обе эти жизненно важные точки. Яньский канал, меридиан властителя и меридиан зачатия. Угу, хорошо, по 10 раз, 5 еще, 4, да, 3, сейчас пока... 2, да, 1. А вот сейчас поменяли руку и противоположная сторона. Угу, так же. Чувственно, вот прямо, ой, так ласкает. Расслабьте губы. 8, хорошо. Вот так, 7 неспешно, да. 6, молодцы. 5, продолжаем. 4, хорошо. 3, хорошо. 2, последний. 1. Да, мое любимое упражнение. Переплетаем фаланги пальцев, руки наверх и начинаем выталкивать грудь вперед. Получается, в противофазе работает руки назад, а грудь вперед. Да. 10, 9, выталкиваем. 8, 7, молодцы, Вика, очень хорошо у тебя получается, первоклассно. 5, хорошо, 4, 3, молодцы, 2, 1. Ладони на колени. И теперь ступа, упражнение ступа. Мы вращаем торсом с максимальной амплитудой и отстраняясь назад и наклоняясь вперед. Угу. Сделайте 8 раз, а потом повторим с задержкой дыхания. Чуть усложненную форму выполним, которая восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Да, Танюш, очень хорошо. 4, ступа, да. Такие суфийские вращения фактически. 3, вводящие в транс сознание и очищающие суету ума. Плюс массаж внутренних органов. Молодцы. В другую сторону. Повышаются вибрации тела в этот момент. Выходим в транс. И в этом состоянии транса можно решать задачи совсем на другом уровне. То есть уровень, на котором нет проблем. Угу. Нет суеты ума и нет проблем в голове. 2. Превосходно.
Один. Хорошо, хорошо, хорошо. Сделайте сейчас вращательные упражнения для круговой мышцы глаза. Допустим, берем правый скребок и вращаем просто верхнее веко, нижнее. Ага, просто по орбите, по надкоснице. По орбите, по надкоснице. Да, 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 да. Взаимодействие энергии Земли с орбитой. Хорошо. Там, где у нас расположена круговая мышца глаза, глазное яблоко. Передаем энергию от минерала. Хорошо, снимаю напряжение и снова стимулирую кровообращение и улучшаю лимфоток. Вот так сделали 10 раз. Меняем руку, левая рука, левое полушарие. И рисуем, как будто бы мелком рисуем по орбите. Да, 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 да. 10, 9, да, да, да. Вот так, неспешно. 7, 6, 5, 4, превосходно. 3, еще 2 и еще 1. Хорошо. Нефрит берем в руки, в кулаки, кулаки кладем на колени. И сейчас выполняем капалабхати, интенсивные выдохи 50 раз, потом упаковка и на задержке 8 вращений ступа. Макушкой тянемся наверх. Поехали, язык к небу, да, вдох. Да, упаковка легких 80%. И не срезая периферии, с максимальной амплитудой вращаем. На задержке дыхания неспешно. 8 считаю. 7. Упражнения на восстановление кислотно-щелочного равновесия. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сели ровно, свистелка. Прекрасно. А теперь интенсивные протирания шейно-ключично-сосцевидной мышцы. Мы сейчас усиливаем движение лимфы, отработанной лимфы с лица вниз. Движение вниз. Да, выскребание вниз. По боковой поверхности. От основания черепа, от заушного, зачелюстного лимфоузла. Ведем лимфу вниз. Тоже стимулируем меридианы, активизируем капилляры. Да, 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 вот так протираем. Угу. Молодцы. Идем чуть центральнее, к щитовидке. Тоже протираем щитовидку, профилактика. Да, и по самому центру, по зобу. Да, 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 да. Вот так стимулируем, конечно. Не боимся, очень хорошо. Да, 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 да. Вот так, да. Всю шею протираем. Да, наполняем жизненной силой. Стимулируем энергию ци. Вот так. Молодцы, снова нефрит в кулаки. Кулаки кладем на колени. Макушкой на небо. Захватываем таким образом нисходящий поток своим ровным позвоночником. 50 капалабхати, да, вдох. Да, вдыхайте. Упаковка в другую сторону ступа, не срезая периферии. Вращение вниз, стараемся прямо пупочным центром пятки коснуться.
8. 7. Стараемся не дышать в этот момент. 6. 5. Хорошо. 4. Хорошо. 3. Молодцы. 2. И последний раз. 1. Свистелка интенсивная. Снова работаем экоминералами, только теперь зона декольте. От еремной выемки вот так. Да, всю зону декольте протереть. Угу. Хорошо. Да. Всю зону декольте. Очищаем капилляры. Чистим. Угу. Всю поверхность, прямо миллиметр каждый. И доставляем себе чувственное удовольствие. Раскрываем грудь, раскрываем ее чувственность и стимулируем работу лимфы. Очищаем стенки сосудов, капилляров, да. Повышаем, кстати, как вот болевой порог нивелируем. Ага, повышаем чувственность. Хорошо, к мочевидному отростку и к соскам. Да, молодцы, вот так. Повзаимодействуйте со своей грудью божественной. Анахата чакра, наша эмоция, наша безусловная любовь, наше бесстрашие тут же. Не бояться любить, да, не бояться проявляться, не бояться своих чувств, не бояться их декларировать. Да, пожалуйста, вот так. И не, скажем, не, вот есть такое слово «залипать», оно может быть немножко грубоватое. Вот не залипать на, скажем, там, на чувства, да, потому что они должны быть не эго, не страхом продиктованы, а именно безусловной любовью. Мне нравится любить, я от этого получаю удовольствие, и у меня нет претензий к объекту моей любви. Вот так, да, прямо в противофазе, да-да-да, можно вот такое движение, да, вверх-вниз, прямо разогреть ткань, кожный покров. Очень хорошо. Ой, молодцы. Да-да-да, девочки. Прямо тепло сюда. Да. А вот эта зона лимфодвижения. Ой, то есть стимуляция лимфы. Оно даже у многих болезненно. Вот у кого есть тонус в этой зоне. Да, вот как раз прогреть. Да-да-да-да-да-да-да. Очень приятно. Очень приятно. Да, как следует. Молодцы. Хорошо. Достаточно. Теперь, как Таня предложила, вытягиваем в Пачхиматанасану ноги и поработаем с экобраш. Немножко наклонитесь вперед, а носочки подтяните на себя. И вот в этом положении наклона вперед, одна рука у нас опорная, касается земли, а противоположной мы работаем с лицом. Иголочками начинаем пальпировать со лба. Кстати, лоб самый болезненный для экобраш. Почему? Потому что мало жировой ткани и мышечной структуры. Да, височная область уже очень приятная. Там есть мышцы, и они воспринимают иголочки приятно. Ага, волосистую часть. Волосистую часть, да. Вот так. С небольшим наклоном торса вперед, для того, чтобы вытягивалась задняя поверхность бедер. Да, хорошо. Лоб сделали, сделали виски. Поменяли, поменяли. Теперь ушная раковина. Начинаем простукивать ухо. Ага, хрящевую ткань, мочку и обязательно козелок. Обязательно козелок. Вот здесь разогреть лимфу, здесь заставить движение лимфотока пробуждаться. Да-да-да-да-да, прямо все ухо. Ухо, чтобы работали почки отлаженно. Да-да-да, прямо не боимся, не боимся, девочки. Болевой порог нивелируется посредством вот такой интенсивного взаимодействия с разнозаряженными иголками. То есть у нас там медь, серебро, железо, цинк. Угу. Хорошо. Поменяли, рука противоположная в пол. Мы чуть-чуть наклонены торсом и начинаем простукивать височную область, область возле козелка и саму ушную раковину. И по центру, там, где у нас хрящевая ткань, и по периферии, там, где у нас мочка. Да, простучать. Хорошо, простучать. Еще удерживаем эту динамику.
Хорошо, 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 мои родные. Угу. Простучать. Да. Снова поменяли руки, а теперь губы. Угу. Губы. Губы. Угу. Очень приятное упражнение. Прямо возбуждает перед поцелуем, перед романтическим свиданием. Расслабьте губы немножко, как уточка, их подайте вперед. Угу. Угу. И прокалываем иголочками. Прокалываем иголочками. Да, и здесь все вокруг. Вот так. Гальванизируем. Угу. Прямо, знаешь, вот у меня прям как хлопки. Берем чуть отдаленнее, уже не к центру, а к периферии. Прямо как хлопки. Вот слышите, как звонко. То есть недаром говорят, что йоги сидят на иголках. Действительно, если мягко подводить, то страх уходит, и действительно можно очень долго стоять на иголках. Ага, и щеки простучать. Прямо здесь можно, да-да-да, звонко, да-да-да-да-да-да-да. Прямо передать импульс металла. Да, омолаживаем кожу. Да, омолаживаем, да. Энергию металла посылаем в лицо. Угу. Поменяйте руку, противоположную, с тем же самым наклоном, с носочками вперед. И еще себя окропить. Когда, если не сейчас? Да, молодцы. Да-да-да. Знаете, вот для лица питание самое главное – это ваше внимание, ваша любовь, ваша энергия. И вы ее сейчас вот таким образом передаете. Да-да-да, девочки. Взаимодействуйте. Движение – это жизнь. Взаимодействуйте с лицом. И когда вам говорят: «Ой, не трогайте лицо, а то растянете», просто вот улыбнитесь тому в лицо. Да. Самый смешной вопрос, который мне задают ученицы: «Катя, а вы не боитесь упражнениями фейс-йога растянуть лицо?» Я говорю: «Ну так вы посмотрите на мое лицо. Если оно растянуто, если мое лицо похоже на мордочку шарпея, то тогда все понятно». Хорошо, отлично, молодцы. Теперь я хочу, чтобы мы легли.